Скажи, кто а, это? Ну я тебя понял, начинаю. Все уже, все уже. Начинается вот эта классика, блядь. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что так много карт, говорит Никита? А кто-то выбирал? Ой-ой-ой-ой. Бери Крусе был. Крусе был? Да. Ты решил сегодня помойки сыграть? Ну, помойки. Ты, кстати, в курсе, что 2-2 будет Крусе был? А следующий там... Мне радуют новые карты. Ты понравилась она? Ну, конечно, нет. Ну, хотя, кстати, ДТД, может быть, она и лучше, чем все остальные. Да, она очень стратежная. Короче, тебя на молотене надо разъебать сейчас, я думаю. При всем уважении, да. Сами себя сейчас задокументирую. Так, давай, я сейчас эту карту учеркиваю помощную. А вы сейчас до конца задротские, блин. Вы сейчас... Осуждаю, на. Вы сейчас до конца черкаетесь, если что. Последний, да, мы знаем. Сейчас я все его помощные карты выкину, блин. Да ты свои помощные любимые, сначала, блядь, повыкидывай, блядь. Мои-то хотя бы понавечим твои. А что за сборы здесь сейчас начались? Да, что-то какие-то сборы начались. Фига тут народу. Здрасте. Здрасте. Мы здесь не попиздеть, мы здесь сейчас будем драться, нахуй. Это серьезное заявление. Руины я нахуй уберу, твои сраные, блядь. Добрый вечер. Блядь. Чего, все тихо. Давай, дип. Думаешь? А ты умеешь на дипе играть вообще? Конечно. Давай проверим, хорошо. Хорошо. Бать, какой-то эксайл, боже, что ты напикал вообще? Давай анарки бери, не выебывайся. Думаешь? Блять. У тебя есть вариант? Может, клача взять? Ты ж на трех чемпионах играешь только, блядь. О, вот у меня клач еще есть. Ну давай клач, давай. Вообще изи, блядь. Ладно, сейчас попробуем. Блядь, банку эту железную разъебу просто. На трех чемпионах играет сам, блин. Вайсер, Биджрейда, Дум, блин, все. Мне трех достаточно, блин. Ну и Никсу иногда, блин, поигрывает. Ну, так я ж не имбовых беру, в отличие от некоторых. Там что-то чем парируешь? Дума подрезать хотят. Чем парируешь, блядь? Почему порезать? Вроде клача хотят порезать. Не, нет, у Дума можно будет ускоряться только, когда он пешком ходит. В прыжке и в воздухе нельзя будет. А давай я вот так возьму, блядь. Ну там свои, короче, нюансы. Чтоб тебе жизнь малиной не казалась, блядь. Так, давай, ты... бань Вайзера, давай, давай, давай. О, Никитос, у тебя уже есть болельщики. Так, Вайзера забаню, ну да, можно. Давай, давай, блядь. Блин. Думаешь? Какие у тебя варианты? У тебя вообще здесь ничего не осталось, блядь. Удиви меня, Никит, удиви. Калач на, есть. Нахуй. Вот так вот хочешь? Ой, боже, блядь. Ну и пики у тебя, блядь. Так, что ты тут можешь взять, блядь? Я бы сказал, да, Лера, примерно так. Я бы сказал, но это осуждаю, нахуй, такое, что я хотел сейчас сказать. Тогда не стоит. Не знаю, да он в принципе не умеет эту карту играть, да, похуй, кем он будет. Ну, блядь. Так, сейчас я подойду. Давай, давай. Давай, можешь не возвращаться. А, можно отправляться, да? Чего? В принципе, нам возвращаюсь, вроде пишем, и все, поехали, да? Да. Да, все руки подлины. Сейчас, погодите, скриншотик, самое важное. Все документируем. Что мы тут наделали? Документирую, документирую. Ладно, сейчас вернусь. Тебе бы их примьютить? Рик, тебе в игру подобрать? Надо было еще, надо было еще фотку Стердауна с Ластового, блядь. Да, ладно, нахуй. Лен, забери Рика. Ага. На ручке. А куда Стоун делся? Он сказал, сейчас вернется.
же он там, блядь, пошел к мамке в совет спрашивать или что? Наверное. Это последняя игра Турика? Нет, это еще не последняя игра. Я скажу, сколько у нас еще осталось. Нет, Ханза, не дождешься. А что там с Мишки, кстати? 4 и, возможно, 5 еще будет, если игроки отпишутся. Лена, что там с Мишки? Мишки не узнавала, но он должен уже, наверное, поправиться был. Я видел, что он вчера ночью с рыбой играл, поэтому, скорее всего, он уже... Тут есть предложение, оставьте микрофоны им включенными во время всех карт. Да не надо, вдруг они запрещенку будут пороть. Ничего вы гоните? Кто будет запрещенку пороть? Да кто-нибудь. Ты будешь. Скуяли. Это все проясняет. Не, то, что я буду матом ругаться и обзываться, это одно. Запрещенки не будет. Так, мерси. Блять, еще один, вы че нахуй? Сейчас мы... О, нахуй. Заливаю, короче. Скрытый. Ну, все, уже поздно. Мы потеряли ее. Мы потеряли его. Размьютится потом, когда я его поймаю на своем сервере и размьючу. Не лазил где ни попади. Вообще, пошли сразу про дивизион, да, перейдем. Да, да, как раз давай. Пусть там сидит, общается, размечил его заодно. Так, чё, ждем пока ребятки. А, ну все, вон Петя пишет рейди. Петр, алло, да, Петр, ты готов? Тут? Да, я. Все, давай, пока тебя замьютим на время игр, потом размьютим. Ну, он может сам выйти спокойно, он взрослый мальчик. Ну, с нами посидите, чтобы нам не скучать. Пускай. Так, все, готовы? Все, запускаем? Запускай. Да, да, Петр готов, Никитос готов, погнали. Так, это у нас Exile пикнул Stone. Угу. Будем наблюдать. Гр. Что, за кого начнем смотреть? Можно сказать. Начнем за Анарки смотреть. Он нетипичный пик для этой карты. О, сыковочный Маэна за пепка топит. Что ты? Ну, кстати, Петр, наверное, один из тех, кто может все-таки пепыча уделать. Поэтому должно быть интересно. Ни на каких картах, это уже спорный вопрос. Так что будем посмотреть. Так, квик видно. Все видно. Готовьтесь. Раунд начнется. Да, уже начинаем. Три, да. Две. Одну. Окей, бой. Погнали. Свет нашел. Подклепки незначительный. Пушечки собирают. Не пускает ТР. Лоханарки всегда слышно. Он все-таки пробрался. Воспользовался. Обилочка спас. Разменялись. Очень много рейлгана на самом деле. И пепка делает первый фраг. Ищет. Не знаю, что называется. Блин. Первый мега. Есть возможность забрать хэви. Да-да-да. Красиво. Респаун делает. Вот он как контролит. Ждет захода в портал. Эп, я почти хитрый-то не пошел. Подслушал. Тем же ходом идет, что и пепка в прошлый раз. Пепка уже штраф дает.
И уже не так вкусно по стеку. Нормально, пополняет патрончики. Бля, они очень много рейлом именно урона наносят друг дружке. Ага, увидел. Тайминги лайта знает. Зациклили этот лайтик. Да, они оба. Все через него ходят. Смотри, Петр на полном контроле, пока оказался. Построил свой цикл. Выверни рейлган в очередной раз. Плохо перки, блин. Да, тут наловился, нахватался. Ну, этот респаун бьюзит. Все бьюзит. Вон, тяжело. Красиво, кстати. Пепочки не пошел на ракету. Ну тут тоже ответочка прилетает. Не держит рейл, Петр. И успевает, успевает добраться до меня. И с машинки пытается наносить урон. Ну, я обычно плюс баки отбился, чтоб там нормально. Не тянет время. Я понял, кстати, что тут не пойдет в ТП. Сразу уже прям бежал сюда с ракеты. Да. Урон с плашем пытается дать. Прикольно. Вот, кстати, прошу обратить внимание, ребят помладше, что в упор они с шафта на роки все-таки переключаются, полно не стреляют. Хоть и шафта он же дурной. Все так не быстро, вальяжненько выглядит. Пепка будет пассивку у Никсе, дает урон, все правильно. Стыком позволяет. Ой, я директ поймал. Еще один. Хватался. Да, и стек примерно одинаковый. Ожидали оба. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаешь, что интересно, случится ли здесь типичный эксайл? У этих ребят. Ну, вероятность такая поменьше обычной, мне кажется. Хотя никаких исключений, да. Прыгнул с респа, пожалуйста, тебе рейл дали. Вот тебе их дал. Осталось 5 минут. Блин, еще 2 попал. Обязательно ракета выполняет, теперь бы нахуй. Ой, там откуда-то просто консерв. А модельки нет, просто рейлган остался, это на раке все. Неприятненько. Респаун. Вот. Там. А, там снизу не видно, ну прикольно, кстати, взяло. Перехитрил. Да-да-да. Рейл. Опасно было для... Да. Красивые позиции берут для стрельбы с рейлгана. Краешка специально отошел, чтобы дальше видно было. Ой-ой-ой-ой. Прилип такой. Резв. Да, сделал, успел. Тут будет джампа, скорее всего. Ой-ой-ой. Дожал, дожал. Понял, что тут перепутал тайминг. Да нормально, кстати, все выкрутился. Блин, у них, наверное, плюс бэки, такие рейлганы, просто пиу и нет никого. Сейв зону уходил.
погнал и забрал одну шафтинку. Ой-ой-ой. Куда успел попасть? Чусь. Сумасшедший рейл, да, соглашусь. А ты посмотри, сколько они рейлганов настреляли на этой карте. Ну, давай посмотрим. Так, у Стоуна 46, у Пепки 38. Время еще 7 минут. Это размен, смотри, прикольно. Ну, очень ровно идут. У ребят обычно там у Райлгана там 20 за 10 минут, 30 может быть. 40 редко подходит на этой карте. Потому что типа неудобно за ним ходить. А вот этих ребят вообще не обломался. И стрелять, и ходить. Да еще никто из них не падал, все нормально. Мне кажется, они уверенно. Уверенно в себе, уверенно берут прилетал, да? О, Пепыч берет преимущество, смотри. Он весь, мне кажется. Еще засырился, знаю. Ну, не, неприятный был персонаж. Ой. Вот. Ты этого ждала? Ну, чуть-чуть другого. Типа, когда человек сам оступится. Нет, я думаю, тут просто уж... Ой-ой-ой. Да, по грани прошел. Стоило только упомянуть. Угу, угу. Интересно, Петра будет гонять или будет сушить? Без всякого страха заходит в портал. Погнали. Врубил его. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, минута. Это фраг. Есть шанс? И нет, тут все возможно, на самом деле. Юра Райл смотрит. Sudden Death. Сергей, да. Этот, скорее всего, фраг будет. Блин. Отступил технично. Так, с миды больше шансов на всякие размены и на фраге. Осталось только вернуть. О, вот он взял. Ответочка. 11-11. Ну, это рубило, которого мы достойны, я считаю. Ха-ха, ништяк. Пульки, кстати, от рейлгана мог взять, но не взял. Будет ли осечка с рейлгана? Чек, вот она. И это конечная, скорее всего, да. Петр отыграл свою карту победителем, походу. Ой-ой-ой, не говори, его пока не перепрыгнешь, все еще могло быть. Это нормально. Привет, в стиле. Так, что у нас там? Петр, да, забрал один балл. Привет, привет всем, кто пришел к нам. Скриншотик, скриншотик, нет? Нет, да? Конечно. Сколько рейлганов-то? 57-41. Ну, на двоих, короче, под сотку рейлов выдали. По контролю переел у нас Петр. Кстати, он даже лайтов больше съел, при всем при этом. Интересно. Молтон, по-моему, у нас там следующий. Да. И это выбор Никиты уже. Так, Петр Рейди. Пепка. Пепыч тут первый брал персонажа, mm-hmm. по-моему. Не, ну круто, круто. На самом деле, предыдущий матч был очень интересен. Все как на одном дыхании, мне кажется, прошло. Ну, и я для себя понял, что все-таки у меня, походу, там мало рейлгуна. Да-да, ты правильно озвучил, что обычно туда не ходят.
как-то долго добираться. Обычно туда не любят ходить, да, это все так и звучит. Не хочется, да. Ну, по крайней мере, до 1500 люди точно все говорят, ой, туда идти, еще упадешь, там эти столбы, мухрю, подтолкнут, там. Ну, это все чепуха, как показывают вот ребят постарше. Надо не бояться и просто набивать руку, опыт. Никаких проблем. Давай за жабкой? Да, в этот раз за Никитой начинаем. О, киллер. Раунд начнется через 3, 2, 1. Оба мобильные персонажи. Угу. Конечно же, ракета. Расстрельщик. Кстати, мог выкинуть даже этой ракеты, на самом деле. Контрольную ракету стоит навсегда. Если тайминг совпадет, то да, там можно халяву получить. Кстати, смотри, не палится тем, что берет шафт. Да, пытается заманить его на шафт. В итоге не очень при хорошем таком раскладе остался Пепка. Ну, он особо что не потерял, будем объективны. Ну, брони тут... вообще нету. Он тут, видишь, пушечки, часики все съел сейчас. И что он пользуется, смотри. Ой-ой-ой, и не успел пройти, да. Да наглость сразу же был. Так, покормили жабку. А я не понял, кстати, гвозди это стартовые были или нет? Нет, это не стартовые. Нет, нет, нет. Это не стартовые. Да. Так, ну тут уже опасно. На тоненького, конечно, тут. Пепка сразу чувствует кровь, сразу агрессивничает. Ну да, он чувствует стек оппонента очень неплохо. Да, ну как бы это неудивительно на самом деле. Но при этом он дал мигу. Оттуда стартовые гвозди оттуда летят, пузырики. Ну это у Пепка, а ты смотрел у Стоуна. Да. Ну тебе, пожалуйста, гвоздями просто закидывай лягушку. Держит экранчик в зоне ориентировочного выхода соперника и, пожалуйста. Поняла, что сделал, да? Буст хотел сделать. Нет, нет. Он выход в портал заглушил. Ага. Я думал, он просто, знаешь, патроны. А потом люди кричат, где звуки? А-а-а! Вот куда пропадают звуки. Это маленькие хитрости. Я поэтому и спросил, поняла я или нет. По-своему, но поняла. Ну вот. Теперь ты в курсе. Ну это, мне кажется, на более высоком уровне работает. Нет, на всех. На 1300 некоторые делают. Это знаю. Как аккуратненько вдоль стеночки. Молодец. Ну, кстати, выглядит, как будто бы у Петра, ну, не так прям много опыта на слайдере кататься, если честно. Да, есть такое. Нам будет спросить его. Конечно, ему механика известна, но видно, что он там как-то, ну, спотыкается, что ли. Такие слайды, ну... Тебя не впечатлили, я понял. Ну да, прям некоторые намного агрессивнее играют. То есть видно, что он понимает, как они работают, всю механику, да, но... Прям можно это... Чуть иначе это делать. Не мне, конечно, его учить, но... Нормально, он кстати, гоняет Пепыч. Ну, как классическая распрыжка, а Пепка просто... Просто хочет что-то делать, делает три рейлгана. Вот и все. Просто в воздухе ракета. Да, эти ракеты. Кстати, вот тут хотелось сказать, что он так аккуратно прошел мимо этого Оливье. Да.
Ну, чуть-чуть задел все-таки под конец, приверка спасла. От лишнего дэмэджа. Так, это вроде не Exile, но почему-то он случился здесь. Это случился молча. Теперь новый вид непонятных вещей, происходящих в Quake, пополняется. Да. Патрончики собрал, нифига, как заштрафить хотел. Интересно. Сколько смог, столько пикером все равно нанес урона. Да, походу, скажик у нас отвалился. Что? А, все, ты здесь? Я здесь, я здесь и был. Все, ладно, ладно. Осталось 5 минут. Ну, походу, скажик отвалился. А у тебя рабовой и странное окончание фразы. Я уже думала, все, потеряла тебя. Уже испугалась. Бежал, бежал. И вот пилюлечка волшебная у пикера. Ой, у строгой опять это. Так. Хотя, у нас, кажется, намечается 2-0. Как ты думаешь? С другой стороны, крепко может. Вот как были уже такие случаи. Не спеша, не спеша. Тут, конечно. Ну, объективно, срок тоже силен. Кто-то как будто раскатался, места не видно, что даже по-другому ездить. Ох, я думаю, сейчас бы пепочи, если слушали, наслушались бы. Успел. Я думал, сейчас будет тик и все. И тело бренное упадет. Так. ГГ пишет? Нет. Это как всегда. Ладно. Пишет в чат. Да, Рашат, тут есть такое. Но мы их попросим, дайте сыграть, что мы... Не в зачет. Так, ответочка будет, нет? ГГ. О, красавчик. Так, надо, чтобы кто-то сделал скриншот. Рик, Рик. Да. Надеюсь, Рик сделал. Ну, ништяк третьего не готовы играть. Ну, я, если что, на видео тоже это... Тап нажал? Да. Отлично. Что можно будет вытащить. 2-0, говорит, к сожалению. Да, и это на самом деле 2-0 входит в трам. Так, что у них там? Я пропустила, карты? Мы третью будем играть? Да-да-да, они оба согласились, как бы Deep Embrace, Doom Slash. А Slash в пепке? Интересно. Интересно. Здорово, Василий, еще один. Р-р-р. Запускай. Видно опыт. Ну давайте тут еще один. Ханзо. Все пытается продавить свою идею, да? Грязные с микрофонами. Ханзо, у нас, кстати, только один участник в канале. И он не будет сдерживать себя в эмоциях, поэтому не надо. Нет уж. Это, мне кажется, Юлия Сергеевна. Где? Всех расслабил. Ну, как это правильно выразиться-то? Да нет, это я. А, это ты? Ну. Я даже не знаю, что теперь сказать здесь. Ты ничего не говори. Вот и не скажу. Ну все, смотрим за Пепочем. Давай. Раунд начнется через 3. Смотрим, что будет делать флешка против дума. Бой. Есть на ракете, сразу же белочки, опачки, в другую сторону. А тот тоже на белочке раз-раз. Я все-таки решил вступить. Тактически.
Не отпустил. Вот интересно, нифига. Ага. Никита решил отвести душу, походу, на этой карте. А, прошу прощения. Ну, тут за счет скорости будет, мне кажется, еще тоже выезжать. Ой-ой. Да не, ну а тут и позиционку неплохо за слэшку. Берут. Кстати, не собрал почти ракет. Нормально. Так, ракеты кончились. Интересно, почему он бегает, а не на приседе, допустим, за слэшку гоняет. Потому что на слэшке же скорость больше приседе, даже чем пешком ходить. А звук от этого от нее больше становится? А нет звука, она как на шифте ходит. То есть стандартно пешком скорость 160, а персонажа, а флешки 270. Ну типа на коньках, потому что. Это тоже для тебя откровение? Нет, откровение я слышала. Гайды смотрела, просвещенный человек. А, ладно. Не смеем намекать, все, я понял. Да, тут не реклама все-таки. Нам не заплатили еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Респаун. Штраф. Второй рейлган. Не-не. Заберет хэви и пойдет на мигу. А, не заберет хэви. На мигу он заберет. Ой. Ой, директ, ничего себе. Ай-яй-яй. Петр сам не понял, что произошло, куда делся. Да вон она как. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, ну, это опять. Типично. Это слушай, типично. Ни одна карта не обошлась из этого. Ой, какая хорошая машинка. Но пепич все равно не отдает просто так. Ничего. А видно, кстати, что кепка это. Вольгот себя чувствует. Так много директов, офигеть. Понятно почему. Пепка, ракета. Угу. Релган, ну, релган тоже хороший. Да. Выкинул. Так, это ответочка. Слушай, они друг друга повыкидывали на всех картах. Угу. Гвоздь гвоздей застрелил. Прикольно. О! Это честно противная обилка. Фу-фу-фу. В том чате уже люди интересуются одним очень важным вопросом. А где Триболт? Да. Да где? Он же у Ханза там на столе был. Вы что, забыли, что ли? Такое невозможно забыть. Думаешь? Конечно. И ты же помнишь? Не обмен за испорченности пор, помню. Не все ж такие. Ой-ой-ой. Так. 5 минут нет, а счет уже больше 10 фрагов у одного из оппонентов. Заруба нормальная, кстати. Чейка, сечечка. О, ребята, вообще не. Воу-воу-воу, ничего себе. Варечки зарубил. Тоже, кстати, ответка. До этого его стол с кулаков. А тут уже перчатка. Да ладно, я думал, еще выживет. Тут офигеть бомба. Слышал, как джамп сразу контрольно наверх закинул. Ага.
Ну, пока, кстати, триболт вижу только от Стоуна. А какой-то из предыдущих карт тоже, только от Стоуна взял. Да уж. Фига себе. Интересно, завернул, да? Вокруг столба просто раз так и закрутил. Что говоришь, Лен? Интересно, говорю, завернул. Да, да, вообще. Риски не оправдались. Рейлган, 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 смотри, рейлган. Тем временем Стоун уже делает камбэк такой нормальный, да? Может, во фраг разница. Я решил не рисковать. Очень много, конечно, хватался. Да. Очень много что. Это камбэк, смотри. Правил, правил, но штраф получил. Как туда вообще? Эту точку. Прицеливаешься, нажимаешь кнопочку обычно. А, так это делается? Да, да. Всегда так делают. Я возьму себе на заметку. Все. Ну вот, это думаю, штраф. Успевает, кстати, да, прийти к респауну. Чтобы подштрафить. Ой-ой-ой, перед усами просто туда пролетело. Зумом не все пользуются, кстати. Хорошо. Это ну, такое. Кога плохая очень. В плане не у Стоуна, а в целом. Да. И Стоун себя прям вольготно чувствует. Еще раз обращаю внимание на счет. Осталось одно убийство. Стоун прям сегодня доминировал только. Да. Еще и 20 фрагов набил. Я бы поставил 3-0, но это у нас не в зачет идет. Так, кепочку надо размутить. Ага. Никита. Алле. Да. Связь. Связь. Ты с нами. Ваши добрый комментарии вечер. Хотели бы услышать. В каком моменте ты отпустил контроль? В каком моменте? Да. На Exile лишь. Ну, блин. Я про последнюю карту спрашиваю. Ты же начал нормально, у тебя там отрыбал 4-5 фрагов. Понятно, что где-то... А, это по стрелушке забей. Понял? То есть тут серьезно не играл уже, да? Все игры по стрелушке. Все, ладно. Так, я так понимаю, Петра с нами не будет. Мы хотели его поздравить. Вот. Ну, не двумя пинками под зад. Нет. Чуть-чуть не так. Ну что ж, тогда, наверное, на этом и закончим. Мы кого-нибудь зарейдить. Так это что, была последняя игра, получается? Или я еще с Мишки все-таки буду играть? Нет, ты с Мишки будешь еще играть. У тебя еще не последняя, тебя пока не поздравляем. Понял. Я Мишке напишу. Узнаю у него завтра. Спасибо вам за организейшн. Пойду отдыхейшн делать. Давай. Давай. Давай, Никита, спасибо за участие. Давайте, покеда, покеда. Пока-пока. Угу. Так, а ты скажи, давай решай сам. Кого? Все, спасибо еще? Всем. О, Стоун нас посетил, разминулись мы прямо с меткой. Стоун, тебя с победой поздравляем. Спасибо. У тебя еще осталось две игры. Это Tempest. Он пока свободен. Можем, кстати, пока сейчас ты здесь со мной, можем договориться, когда ты еще сможешь сыграть. Можно завтра. Угу. В 21:00 также сможешь по МСК? Да, конечно.
Все, отлично. Еще у тебя есть Чера, но он пока в ближайшее время вообще никак не может сыграть. С ним пока будем думать, что делать. Вот, пока так. Отличные игры показал. Расскажи, слушай, как думаешь, где Пепка потерял контроль? Интересно услышать ответ от тебя. Когда я стал попадать, тогда я потерял. А на какой из трех карт? Ну, на последний-то он вырвался очень хорошо. За слышку там. Да, да. Тяжело догонять, но... Да, я начал все попадать, и получилось. Ключевое слово «все». Ну да. То есть там очень много, да. Рейла перестал промахиваться и, считай, догнал его. Слушай, а ты Рейлы зумом стреляешь или нет? Так я то так, то так. Mm-hmm. Ну, по ситуации, короче, как удобнее, кажется. Да, если, допустим, без зума не идет, пытаюсь зумом. Mm-hmm. Комбинируешь, короче. Ты же еще хотел спросить, скажи, по поводу строга и пикера. О, кстати, Петр, да. А ты что, не любишь на строге кататься или опыта не так много? Что-то начал так молотом, интересно, как будто, знаешь, тут запнулся, как будто там запнулся. Я просто давно на нем. Мы сейчас 2 на 2 практикуем, а у меня Антоша, он же прям, ну, он слайдер, да. Слайдерах, да. То есть и я даже их в руки не беру. Понял. Ну, вот. Причем так и интересно, в начале как бы вроде как что-то там тут подтрейл, там подтрейл, а потом вроде ничего, так начал кататься, оборот набрал. Где-то середина, ну, карты, потому что вспоминается, руки-то вспоминать начинают. Ну. Да, но это там было заметно в начале, кстати, да. То есть поначалу видно было, а потом уже видно, что начал катать получше. Ну да, я понимаю, там где-то то не успел там джамп нажать вовремя, то наоборот. Да, приседание слишком поздно нажал. Не-не, угу. Потом видно было, да, что даже на небольших вот сменах поверхности все равно уже слайды делать начинал тоже. Нормально. Так, ну все, ты тогда с Леной договаривайся. Лена, Рэй, давай отправляй куда-нибудь. Да я хотела на тебя это повесить. На меня? Я что, я ничего, у меня нет никого. Кто там есть? Рыба? О, пошли к Райдеру, вон. Да, давай. Лен, ну я пойду, напишешь мне тогда, если он там согласится. Да. Хорошо. Все, спасибо всем. Спасибо за игру. Пока-пока. Пока-пока. Погнали к Райдеру. Спасибо всем, кто смотрел, ребята. Да. Да, безусловно. Приходите, наверное, завтра. Скорее всего, сможем. Ориентировочно. Ну все. Да. Но он свободен. Отправляемся. Да-да-да-да. Такой звук был, который в марше похоронном. Да-да-да-да.